ты. Птичка залетела. Где же эта птичка? О, о, о. Птичка, друзья. Дай я тебя сниму. Ёшкин матрёшки. Ты же убьёшься. Ну-ка, может, туда ты вылетишь. Как-то надо её вылетать. Вон она. Встань в дверь вот здесь, чтобы она не вылетела. Кш-кш-кш-кш. Как она могла вообще на разводню залететь? Кш-кш-кш-кш-кш. Давай, давай, давай. О, вот как так? И ты же обож... А, нет, там холодно сейчас. Вот, на свет она. Улетел. Улетел туда? Да, закрывай дверь. Закрывай меня. Так. Кш-кш. Так, она вот сюда в коридор вылетела. И, возможно, и в дырку вылетела. Я даже не знаю. Как она вообще могла сюда попасть? Может, уже улетела? Короче, выключу здесь свет, и она вот в эти дырочки улетит. Друзья мои, вы спрашивали, что из пермской разводни, из пермской поездки я для себя вычленил, да, что я для себя здесь решил использовать. Ну вот как один вариант я вам хочу показать. Значит, я, ну, сажу турнышек на нерест. Вот, смотрите. И использую групповой нерест. Например, сажу просто синие с синими, да. Зеленые, желтые, оранжевые, красные, прекрасные, фиолетовые. Ну и здесь также донюхи, вот кто есть просто. Синенькие, зелененькие, салатовые. Синие, вот такие синеватые, да. И что осталось, короче, просто все вместе тупо вот посадил, вот. Но, например, суматранский барбус, как я его садил парой, так я и сажу, потому что все-таки я там посмотрел, что выход небольшой из группы и смысла нету так садить, вот. Также это касается, ну вот такие у меня барбусы есть, видите, да? Дядя Яша где-то нарыл. Ну вот, как получается, альбиносики из суматранских. Чего еще? И еще у меня есть куча. Вот нерестовичок готовлю. Нерестовичок готовлю. Куча с барбусов зеленых. Сейчас глянем, посмотрим. Это у нас, ну, обычные получается. Мушистые, или как правильно называется. В общем, как суматранцы, только черные. Вот. И они группой все-таки пойдут нереститься. Ну, потому что нерестовиков нету, а нерестить их надо. Ну, то есть, чтобы они хоть что-то поделали. Потому что совсем их нету, а они нужны. Красиво они смотрятся. Такие, блин. Яркие, приятные. Тут, кстати, салатовые с зелеными. Ну, потому что у зеленых, походу, только одни самцы. Желтенькие. Оранжевые. Оранжевые. Да что ты, уральский говорочек. Это прям красные, друзья. Вот, которые красные, прекрасные. А это фиолетовые. Красота. Ну и завтра посмотрю результат. Естественно, все в этом ролике. Друзья, на следующий день, вот давайте посмотрим, кто как отметал. Отметали, в принципе, только, ну, вот синие тернешки. Вот они. Видно икру довольно хорошо.
Вот, эти вот никто не отметал. Красные не отметали, которых я жду. Никто не отметал, кроме вот Данюх. Ну, сами тут видите, да, много-много. Ну, вот такие желтые там, кривые, все, которые остались тут. А синенькие отметали. И отметали салатовенькие. Вот. А зеленые не отметали. Ну вот такая красота. Это, в принципе, вот первый день. Оставляю на второй. А, сейчас возьму воду отсюда. Те, которые отметали. И разолью другим эту вот водичку. Она содержит гормоны. Ну там что-то типа гонадотропина рыбьего. Вот. И, соответственно, это спровоцирует тех еще. Ну, поможет им. Друзья, ну вот еще на следующий день из вот этих всех карапузов, которые у нас здесь представлены, отметали только фиолетовые и суматранские барбусы. Вот. Больше никто не отметал, друзья. Не хотят. А розовых, если вы заметили, я вообще не сажу. Ну, они как бы, никому они не нужны, и у нас их, ну, если там посмотреть, их вот до кучи, и они зависли. Ну, нет, они продаются, конечно, но так, не особо. Ну, вот здесь они сидят, друзья. Темить, притемить, конечно. Ну, вот, никому не нужны. Так, розовые. У нас куча Данюх. Здесь вот разноцветные, вот как помните, я садил, ну, все вместе, которые остались, и вот такие вот получились здесь. Вот они, в принципе, по такому же принципу посажены. Здесь типа синие, друзья, Данюхи. Но они, мне кажется, вот похожи больше на обычные Данио Рерио. Такая синева у них странноватая. Так, гурам-гурамычи тут. А это вот тернешки. Это синие. Такая вот кучка. Там Данюха одна зеленая. Видать, перепрыгнула из того аквариума, который там вот дальше. И здесь фиолетовые, синие. Ну, не знаю, короче. Розовая даже вон откуда-то. Ну, видать, пробросом как бы идет. Как белые. Ну, вот так вот. Эти вот, друзья, а, наметали они, друзья, и ничего не наметали, что-то сидят уже второй день, поросята,
Не алло. Ну вот на самом деле по поводу вот барбусов, да, суматранских и имшистых, вот они все-таки парой лучше метают. Видели, сколько здесь с одной пары сегодня получилось икры? И я вот в Перми-то смотрел, ребята тоже группой садят это все дело. Ну и не получается как бы у них такого количества, которое здесь, блин, с одной пары, понимаете, вот даже с общего нереста. Поэтому, наверное, высажу их, у меня вот здесь вот как раз для них аквариум. Вообще производ сидит вот в этих банках. Красный неон, красный неон, красный неон. Глошки здесь сидят, суматранцы. Ну, барбусы там, короче, всякие черные и так далее. Высажу их и по парам все-таки их рассажу. Результат будет, конечно, ну, намного лучше. Они уже метали у меня по парам. То есть это рабочие. Я почему-то от них ожидал, что они отметают. А они не хотят метать. Так, друзья, еще вот этих хочу вам показать. Ну, тут можно без фонарика. Это Данюшки салатовые. Вот они уже тоже подросли такие. Ну и как бы прям приятно, приятно, приятно. Ну а здесь вы знаете, да, неончики. Их поменьше чуть стало, потому что там продались куда-то. Здесь подрастают тоже, ждут своего часа. Еще здесь хочу показать немножечко. Да, это вот меченосики. Сидят себе вот, рожают и рожают. Здесь куча-куча всяких разных. А вот. В этой комнате, если мы посмотрим, что у нас тут нового. Ну вот здесь вот, короче, сидит икра этих Данюх. Причем, знаете, какая штука? Данюх не видно, пока они вот личинками не станут. То есть вообще их не видать. Кто они такие, где они такие, не видно. Вот. Но зато вот здесь вот помытые стекла, как вы просили. Это у нас золотые гурами, короче. Вот их сколько много. Здесь тоже золотые гурами. Ну что-то вот он там разошелся, я разделил этот помет. И, друзья, еще вот здесь вот у нас золотушки маленькие. Если посмотрите, вот они, видите, да? В принципе, по-моему, уже они мальками стали, да, с пузырями. Пойду кормить, друзья. Вот, видите, еще некоторые личинки вон к стене прилеплены. А некоторые уже прям с пузырьком и плывут. Вот, например, вот здесь вот хорошо видно пузырятые. Вот. А вот риукины, которые вот эти вот риукины, вот эти красивые, с них, короче, с первого помета ничего не получилось, а со второго вот немножко вот личинок есть, я вижу. Ну вот, например, на стекле вот здесь вот. Там вот на боковом тоже. Ну немножко. Икры было много, если вот так посмотреть, ну на вот эту синюю чашку, то там, ну, прилично. А личинок совсем. А первых вообще, друзья, не было. Поэтому было, ну, печально так. Так, еще неошков хочу показать. Неонов красных. Значит, они вот в таком виде сидят. Ну, вот их здесь видно. Вот они. Красавчики. Их тут прям целая куча, друзья, если вот посмотрите. Но воду приходится подменивать как бы каждый день у них. А вот они, около переднего стекла. Ну, их много там по швам, вот сзади, если посмотрите, их видно очень хорошо. Они там прячутся, где черные. Здесь вот чуть постарше, они уже начинают расплываться, уже не по уголочкам стоят, а вот, ну, везде как бы. Ну, здесь их довольно много, друзья, вот если так вот посмотреть. Вот их прям тут. Куча, 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 куча. Очень много. Ну и здесь тоже. Здесь вот небольшой пометик был, но они самые старшие. Вот их, ну, если вот так вот, то их тоже видно. Вот видите, да? Вот они здесь плавают. Красивые симпатули. Друзья, я без монтажа. Все, снимаю.
Ну, поскольку занят, чуть попозже вам расскажу, почему я занят, что, зачем и как. Поэтому строго не судите. И, значит, вот глошки, которые там не отметали, это красные, еще одни синие, желтые, салатовые, оранжевые, желтые, вот, которые у нас там сидят, они не отметали. И я их еще оставляю на завтра. Если хотите, вам завтра покажу, отметали они или не отметали. Если понравился ролик, подпишись, поставь лайк и прокомментируй. Все, пока, до завтра.